Киноуроки в школах России – проект, который стартовал в 2015 году с первым детским художественным короткометражным фильмом «За руку с Богом» на тему бескорыстия. После положительных отзывов педагогов и родителей, создатели проекта продолжили снимать короткометражки, которые в своем сюжете раскрывают одно из ценностных человеческих качеств – дружба, преданность, милосердие, мужество, патриотизм. Фильмы показывают в школах и других образовательных учреждениях страны. Киноуроки создают на средства, собранные от акции «Киноэкология». Наша библиотека тоже ведет работу с этими фильмами. Они вместе с библиотекарем смотрят этот фильм, потом уже обсуждают тему, которая заявлена именно в этой картине. Эти фильмы снимаются на деньги, которые были получены от сдачи макулатуры. Мы присоединились к этой акции. От Нижегородской области также планируют снимать фильм на тему «Любовь». Чтобы внести свой маленький вклад в создание киноуроков, библиотека Пушкина предлагает саровчанам сдать макулатуру в рамках благотворительной экологической акции «Киноэкология». Принести можно картонные, бумажные коробки и упаковки, ненужные книги и журналы. Необходимо обратить внимание, чтобы бумага не содержала лишних предметов и вставок, скрепки, фольгу, пластик. Нужно просто сдать ненужную вам макулатуру и принести ее к нам в центральную библиотеку или в филиалы на Силкина и на Мзрука. Эта акция уже стартует с января месяца, и длится 3 месяца. До марта мы тоже собираем. До конца? Да? До конца марта, да. Принести макулатуру можно в часы работы библиотеки Пушкина. Справки по телефону 9-17-40. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Евгений Иващенко, служба новостей Саров, 24.